Здравствуйте, ультрабюджетная посылочка. Размеры просто ни о чем. Угу. Все пришло без повреждений, что интересно, пришло очень быстро. Эта посылка дошла, наверное, меньше, чем за месяц. Хотя сейчас почта у нас очень сильно загружена. Давайте посмотрим, что внутри. А, да, по цене. Так, ну, фокус. $5, но ничего подобного. На самом деле, 78 центов. Так, как тут скрыть-то, чтобы не порезать. А здесь такая интересная, как по мне, штука. Она как бы и не нужная, но приятная. Угу. Это патч, да? Причем он должен быть на велкро. Кстати говоря, смотрите, в упаковочке. В индивидуальной упаковочке. Цвета такие. На странице продавца они смотрелись гораздо более блекло. Вживую они смотрятся ярко. Ай, порвал все равно, смотрите. Ладно. Упаковку в сторону. Вот так вот патриотичненько. Цвета красивые, но качество изготовления, конечно. Так, фокус. Как видите, ниточки торчат. Угу. Здесь тоже не очень аккуратно сделан край. Так. Ну, здесь вроде бы более-менее. Единственное, что грязи много набилось. С велкро, конечно, тяжело что-то убрать. И помятая какая-то, да? Ну ладно. Цена тоже была ничтожная. Давайте посмотрим, как это будет смотреться. Есть вот такой вот подсумочек. Макспедовский, да? Здесь есть специальное такое место для патчей. Ну вот, смотрите, просто идеально. Кстати, велкро вполне себе хорошего качества. Крепится очень крепко. Вот так вот, да? Что симпатично. Вот, правда, надо край немножко будет, как это называется, пришечь нитки. И тогда, я думаю, будет еще симпатичнее смотреться. Цена всего ничего, 78 центов, но штука за свою цену неплохая. Ссылку дам под видео. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.